Мария Аронова тоже стала бабушкой в 43 года. Хотя многие поверили бы в то, что у актрисы есть внуки, даже когда той не было еще и 30 лет. А все потому, что у Ароновой такой типаж, из-за которого она в молодости выглядела намного старше своего возраста. Красивая и решительная. Может, поэтому Аронова намного спокойнее других коллег восприняла то, что стала бабушкой. Ой, что-то у меня прям сердце не на месте. Она не молодится, не скрывает внучку и не заставляет ее называть себя по имени. Мария Аронова с удовольствием проводит время с внучкой и от души дурачится, как, например, на этом фото. На что подписчики замечательной актрисы молниеносно отреагировали комментариями. Бабушка, конечно, огонь. Не для вас это ягодка росла.